привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Stasis, и это игра, в которой настолько все плохо, что даже просто не хочется об этом говорить, потому что, я не знаю, я только запустил ее, по сути, у меня опять вот это вот липкое ощущение, что в любой момент на тебя может наброситься и не что-то там, не какой-то монстр, а реально какая-то неведомая хрень, и это меня пугает, и на самом деле игра просто какая-то отвратительная, но этим она мне не нравится. Ладно, в общем... Я здесь уже начал записывать, как обычно, упорот, как всегда. И такой, в общем, решил эту головоломку, потом смотрю, а у меня запись не идет. В общем, решалась она довольно просто. В соседней комнате у нас там есть маркеры по поводу того, ну, как нужно держать вентили, чтобы вода была наполнена, либо вода была спущена. И, посмотрев все правильно, я, в принципе, воду и спустил. И кроме всего прочего, у меня еще есть зажигалка. Ну, помните, там торговый автомат я ее взял. То есть буквально пару минут прошло, я там начал от танцпола. Смотрю, там автомат этот, который сигареты продает. Думаю, а почему бы Киев не шарахнуть? Ну и шарахнул. И в результате получилось вот так вот. В общем, игра просто отличная. Я постоянно забываю о том, что в ней нужно делать, как она управляется. Потому что получается играть ее набегами. Реально редко. Это на самом деле не очень хорошо. Последний раз вот запись была последней серии 9 сентября. Сегодня на момент записи 16 сентября. Я не удивлюсь, если эта серия выйдет где-нибудь числа 20. Ну, просто вот так вот получается. Короче, в общем, вы увидели, да? Здесь у нас была вода, теперь дренажная труба все это дело спустила. Широкая шахта для сброса накопившихся отходов. При строительстве использовался устойчивый к кислотам и другим химикатам антикоррозийный сплав. Блин, между прочим, за эти 2 минуты случилось довольно много, и я сейчас вам должен рассказать, об этом просто обязан. В общем, я связался с дамой, с которой мы все время поддерживаем связь, и она говорит, что нас тут просто никто искать не будет, потому что корабль уходил в глубокий дрейф. Если бы даже нас хотели спасти, то в итоге, ну, они бы нас не нашли, потому что мы в глубоком-глубоком космосе. Я такой думаю, ну окей, но мы же на орбите Нептуна, поэтому не так все и сложно. Но, видимо, они больше об этом знают, чем я. Ладно, в общем, я так понимаю, что вот эта шахта лифта, ее нужно вот этими баллонами как-то взорвать. Здесь у нас протечка. Трубный ключ. Оголенные поврежденные трубы торчат из пола. Слышится легкое шипение. Это взрывоопасный метан. Утекает из своего промышленного узилища. И у меня есть зажигалка, да. Я что-то как-то думаю, что в итоге, если мы сейчас ее туда поднесем, будет не очень хорошо. Поэтому... Так, подожди. Какой там? Нет. Мне нужно сохранить... Игра, игра, что ты делаешь? Игра сломалась. Играть дальше. Я даже не знаю, по-моему, что-то сломалось. Давайте мы сделаем как? Сохранить игру, да? И сохраним ее вот сюда. То есть сегодня даже 17-е, 17-е сегодня, вот. Автосейв уже почему-то был. Это, наверное, когда я спустил. Хотя нет автосейв. Не помню, короче, неважно. Вот, так вот, я сохранился, суть в чем, я думаю, что сейчас я поднесу сюда зажигалку и полечу куда-нибудь в район открытого космоса по кусочкам. Не знаю, давайте попробуем. Я же показываю вам все смерти, да, поэтому как бы это логично, что я сейчас умру. Че? Втиснутый между сломанных труб. Ну, я все равно думаю, что это плохо. Ну да, как я, собственно, и думал. Открыто достижение, blown up, то есть взорвался. Это неплохо, это ожидаемо. Так, хорошо, мы снова здесь, у нас есть зажигалка, зажигалку нужно втиснуть. По крайней мере, я вам показал. Я думаю, зажигалкой нужно делать нечто другое, потому что здесь у нас есть вот такое сломанное ограждение. Не зря это отмечено как активный предмет. Я думаю, как-то оттуда нужно это все сделать. Может, кием толкнуть там, нет? Или... Я думаю, это будет логично. А сейчас посмотрим. Успокойся. Все будет хорошо. Я, правда, не думаю, что такой взрыв, он... не знаю. В общем, в предыдущих сериях творился такой лютый пипец, что тут даже ничего и говорить-то особо не получается. Так... Но. Что-то он не хочет. Так, ну. Короче, логика аналогична, поэтому давай так попробуем. И сейчас мне руку оторвет, это будет смешно. Ну да. С
смысле, он живой, что ли? Ну ладно. Только оглох немного, да? Открыто достижение. Почему эти баки с метаном под отсеком, в общем, экипажа? Какого черта? Ну, на самом деле это логично. Потому что отсек экипажа находится под отсеком отходов. Логика. Так, разрушенная шахта лифта. При строительстве шахты использовался... Ну да, понятно. Сквозь большую дыру в стене шахты видна надежная техническая лестница, уцелевшая при взрыве. Погнали, этого мы с вами и добивались. Наконец-то. Те, я могу вернуться в жилой отсек команды. Да, у нас... А, вот оно как. У нас, помимо всего прочего, сейчас кое-что... Так, туда нам не нужно, потому что там плохо. Нам нужно, по-моему, сейчас назад. Я точно не помню, конечно. Но я думаю, это будет умно. Да, вот эта комната, лишь бы она не открывалась больше, потому что это самая стрёмная комната в игре. В общем, голопроектор, помните? По-моему, сейчас с ним можно будет повзаимодействовать. Ну, это я что-то, короче, тороплюсь, походу, просто и все. Так, в общем, вы помните, да, здесь сканер. Поэтому... It doesn't work like that. Хорошо, а как его тогда сюда? Так? Видимо, да? Та самая голая танцовщица, а мы пока будем делать свое. По камерам по-прежнему ничего не видно, я думаю. Ну, как-то так, да. Активировать датчик движения. И сейчас оттуда вылазит. Вот это было бы эпично. Жизнеобеспечение. Атмосфера. Понятно, почему тут столько защиты. Там три чувака, просто разложившись уже. Трупное окоченение заставило мертвеца склониться над панелью управления, будто и после смерти он продолжает свою работу. Терминал системы управления атмосферного контроля, создающий подходящие условия для жизни на борту корабля. То есть здесь можно запороть все, реально, ну то есть условия для жизни на всем корабле, в этой маленькой комнате. Эти насосы перекачивают кислород, углекислый газ и другие компоненты воздуха по всему кораблю. Ну вы поняли, да? Роланд Андерсон, 23 сентября, 25 декабря, приступим. Итак, это оно? Это мой шанс? Меня перевели к безопасникам с парнем по имени Пол и другим парнем, не помню как его зовут. Его имя похоже на Серж, так что я просто буду называть его Серж. Ну, я по-любому рад, может мы подружимся? Пол злой, а Серж нормальный. Похоже, еды в ближайшее время не будет, народ огорчился, но здесь полно бухла. Я много не пью, потому что папаша пил много, и временами было страшно. А Серж нормальный, даже когда бухой. Даже когда говорит, что из меня выйдет хорошенькая девица. Ну, Серж, ну вы помните. Из отдела клонирования пришел загадочный пакет. Мне даже разрешили напечатать входящий номер. Он какой-то глупенький, по-моему, был. Он пойдет в 18-ю лабораторию. Но Серж сказал, его пока что надо отправить на хранение в медотсек. Там что-то страшно шуршит. Написано «Саманта». Я ухаживал за одной девушкой, ее звали Саманта. Но потом тот тип Энтони начал ее преследовать, и она уехала. Пол только что прочитал у меня из-за плеча это и напомнил, что планшет это только для рабочих заметок. Не нравится он мне. Серж сказал, что я могу писать, что хочу. Весь корабль сильно тряхнуло. Питание везде отрубилось. Все заблокировано, но кое-где мы можем пройти, потому что там... А, потому что мы безопасники. Надеюсь, никто не пострадал, когда вокруг летали обломки. Ребята пытаются починить станцию Б, потому что станция А закрыта. Кажется, сегодня мы кого-то убили. Серж злится. Он выбил окно. Я растерялся. Такой молодой. Соберись, Джон. Где, у тебя сердца нет? Тут же дети совсем. А я, по-твоему, не в курсе? Ты уже пару часов как очнулся, а я в этом дерьме уже... Уже вечность, наверное. Прости. Ты права.
Давай просто делать дело. Я представляю, на самом деле. Ну его нафиг. Так, терминал атмосферного контроля. Ой, что-то мне страшновато с этими делами. Так, контроль атмосферы. Процедура очистки. Очистить атмосферу в ССТ туннеле Б. Attention. Atmosphere vented in tram station B. Хорошо. По этому поводу предлагаю сохраниться. Надо уже перезаписывать сейвы, потому что у меня там что-то их полно. Но мне так спокойнее. Раньше я все время на один сейв сохранялся и постоянно что-то поролось. Так, хорошо. Пойдем туда. Я надеюсь, там никто не вылезет из этой дверки. Что-то как-то, короче, не знаю, я... Ой, подождите. Играть дальше. В этой игре я нервничаю на ровном месте постоянно. Так, Tram Station B, это оно? Я думаю, да. У нас осталось и того. Понятно. Дверь разблокирована в связи с перехватом атмосферного контроля. А, заблокирована. Так, ну допустим, а что я с этим могу сделать? А, сейчас, по-моему, мне... Не-не-не, мне обратно сейчас, по-моему, нужно. То есть, там терминал вроде как был, я, конечно, точно не помню, но, по-моему, это так. Так, давай попырь какой-то сделаем. Так, еще раз посмотрим. Я, честно говоря, не помню. Просто вот это вот главный минус того, что редко приходится играть. А, вот оно все. Подзабыл, маленько, подзабыл. Джон, есть совпадение. Она в медотсеке. Right, ладно, попробуем. Так, хорошо. Там все в кровище. Не знаю, когда-то я думал, что Ишимура и Dead Space это отвратительно. Особенно вторую часть, когда туда возвращаешься, помните? Чё-то как-то я, по-моему, ошибался. Так, налево пойдешь, направо пойдешь. Справа кровь, пойдем налево. Транспортировка образцов. Контейнер для транспортировки образцов. Сквозь небольшое отверстие в стенках ящика сочится черная смола. О, пакость какая. Контейнер для транспортировки. Слышно, что в пластиковом контейнере кто-то еле слышно скребется. Господи, какая прелесть. Так, я не знаю, зачем мне все это. Давайте посмотрим, как оно работает. Ладно. А, хорошо. Видимо, что-то нужно подобрать. Точка назначения не выбрана. Так, ладно, давай посмотрим. Не знаю, что это такое, но я думаю, разберемся. Да блин, отвык, пипец отвык. Project Kitchen Knife. Проект кухонный нож. Так, ну, полоска, буква Ш, не знаю, и буква Ч, да? А с тобой что-то можно сделать? Видимо, нет. У меня просто пропали все вот эти вот иконки, я не знаю, игра временами ломается. Сегодня один из тех случаев. Игра... Игра реально сломалась, по-моему. Сейчас нам, возможно, прерваться придется, потому что у меня и курсор пропал. Ну, пипец. Везучий просто как утопленник. Так, ладно, давайте продолжим. Хорошо, что у нас там было? Что-то сегодня у меня все не очень хорошо работает. Так, ну, допустим. А, здесь... И оно по два. Вот, почему по два? А почему не по одному? Это все не слава богу сегодня, я не знаю. Так, здесь у нас что-то похожее на... Я даже не знаю, зачем я это делаю, но я думаю, нам пригодится. А здесь что-то похожее на Че. Вот так вот. Ладно, хорошо. Что-то я ввел куда-то. Наверное, это мне полезно. Регенерация конечностей. Сквозь небольшие отверстия в стенках ящика. Так, я не знаю, зачем я это делаю, вот честно.
давай сходим туда попробуем. У меня пока мотивации нет этим заниматься, как бы, у главного героя. Ну, то есть, если бы я это увидел, я подумал, да мне пофигу, я дальше пойду. Зачем оно мне? Тебя... Вагонетка не работает. То есть, а починить можешь? Не, вряд ли. По-другому оттуда не выбраться. Наверняка можно. Дай-ка огляжусь. Черт, тут все на куски разваливается. Так, я, между прочим, вижу большое количество транспортировочных блоков. Так, неоднократно пользовались. Что у нас здесь? Проект 7. Что? Ничего, просто читаю вслух. Запертая крышка контейнера покрыта коркой вонючей зеленой плесени. Прелесть? Это для гидропоники. Так, давай. Медотсек, вот он. Так, это у нас получается... я не знаю, давайте подбирать аналогии по буквам. У, 4... и лежащая, ну я не знаю, еще одна У, только стрёмная. Хорошо. Роджер Каллан, начальник снабжения. Не повезло. Искорёженное стальное месиво до сих пор выглядит опасно. Так, короче, У4У. Ну, так, я даже, короче, не буду это комментировать, но вы поняли, да? Теперь у меня появилась мотивация этим заниматься. Угу. Так, хорошо. Такая. Такая. И вот такая. Как раз таки. Хорошо, как ее задать теперь, эту точку направления? Может, она немного другая? Вот это вот, по-моему. Вот тут вот, точно. Так, хорошо. Что дальше? Ага, понятно. Так, неужели мы туда заберемся? Это не очень хорошая идея. Вдруг там какая-нибудь... Хотя ладно, полезно. Либо гениально, либо идиотизм. Как по мне, и то, и то. Как по мне, откровенно херовая идея, честно. Но, блин, эта игра офигенна. Хранилище продукции не разрешены квантовые устройства. Начаты карантинные процедуры. Квантовое устройство перезагружено. Подожди, а где моя дрель? Ладно, осмотрюсь тут. Похоже на медлабораторию. Думаю, я на верном пути. Да, ты в медотсеке первого уровня. Твоя дочь 4 ярусами ниже. Уже близко, Джон. Уже близко. Так близко. Да как-то нет, что-то нифига не близко. Это мы за последние 2 часа, наверное, 200 метров проделали путь. Ну, не считая, конечно, вот этих перемещений. Красное свечение из трубы. Жутковато. И уж точно не успокаивает. Тут опять все в кровище, тут опять все плохо. Аппарат, видимо, диагностирует образцы, которые присылают транспортерам. Погнали. Ух, прям зябко. О-о-о, все просто странно. Я не вижу в этой зоне пэтчи. Они активны даже на мертвых, я... Скажи мне, Джон, почему ты работаешь с этой падальщицей? Доктор Малан? А, она обо мне говорила? Слушайте, зачем я вам? Мне просто нужна моя семья. Без семьи человек один в мире и дрожит от холода. Дрожишь, Джон? Ведь ты один. Это бесспорно. Мало.
Алан. Алан. Джон, ты там? Я заглушил его сигнал. Что он сказал? Он знал меня. Мое имя. Он может нам помочь? Джон, это все из-за него. Это он все устроил. Те, это как-то слишком сложно. Я просто учитель. Я хочу найти твоих родных не меньше твоего, поверь мне. Мы в одной лодке. Так, ладно, что-то как-то... Есть определенные подозрения по поводу того, чем это все дерьмо кончится. Но это меня начинает беспокоить все больше и больше. Углубление в полу, прямоугольное углубление, странно чистое по сравнению с заляпанным кровью полом. Потому что там какая-то аппаратура, которая готова убивать, походу. Стены заляпаны темными пятнами крови, но страшнее всего отсутствие трупов. Закрыт вряд ли его, да? Да я и не хотел. Автомат с Юкка-Колой. Автомат скрыли, но явно не сотрудник. Корпорация Кейн не получила прибыли за эту газировку. Да что? Понял. Понял, понял, хорошо. Причем, если вы заметили, одна из них развалилась. Блин, смерти в этой игре эпичные. Мне нравится. Так, что мне по новой все это прослушать? Походу так. Ну, промотать я не могу. Не знаю, я считаю, что... Ладно, не важно. Я просто, по-моему, сейчас вам опять спойлерить начну у меня в комментариях. Я в последнее время что-то вот у меня по поводу сюжета выкупаю во многих играх, что же именно происходит. Я, кажется, знаю, чем тут все закончится. Я только что пришел к мысли, что вполне возможно есть еще кое-что. Ну, это не совсем спойлер, наверное, но... Не знаю, не знаю. А стазис ли это был, в общем? То есть, из стазиса ли мы вышли? Ой, короче, что-то как-то жестоко, по-моему, это все в итоге. Ну просто подумайте сами, да? На корабле выводили клонов. Ну, ни шатка, ни валка, но они это делали. Кто же такой Джон? Является ли он на самом деле Джоном? Что за пробирка у него вот это была? Да по-любому, смотри. Ага, так, ну хорошо, что я сохранился. Это мне поможет. Я просто, блин, погруженный в свои мысли, я даже что-то как-то по новой нажал. Так, хорошо, давай мы, знаешь, как сделаем лучше? Давайте мы загрузимся. Так, это у нас вот оно получается. Потому что по новой эту катсцену слушать не по приколу. Там Тося ломится, как обычно. Так, здесь у меня получается вообще, по сути, ничего больше нет. Ни дрели, ничего, да? Слушай, а ведь получается, куда ни выйди... Любопытно. Так, обратно вернуться я тоже не могу. Вот, что же мне делать? И меня один хрен фигачит. Ты посмотри, если я захожу за эту линию, то смерть она наступает вне зависимости от того, что по этому поводу думаю, скажем, я. Так куда, куда? Тихо. Это, по-моему, очень жутко то, что сейчас происходит. И я надеюсь, что этот звук уже как-то замолчит, потому что что-то как-то вообще пипец. Я так сейчас думаю. А, ну ладно, сейчас я умру. И тому подобное. Так, хорошо. Как думаете?
Если я отсюда, скажем, кину эту банку, скажем, отсюда. I think that'll just break it. Понял. Так, а если еще одну? Never liked you. Терпеть не могу Юка-Колу. Так, свисающий провод. Голыми руками трогать, конечно же, умная идея. Смотри, взял, кстати, между прочим. Ладно. Давай, родимый. И еще разок надо. И все будет хорошо. Я уже понял, что мы делаем. Да, пипец. И один сломал вторую. Так, а я думал, что я смогу взять все-таки. Скрытый короб. Искореженные металлические плитки больше не закрывают короб технических коммуникаций. Туда можно пробраться, по-моему. Давайте-ка мы сохраним. Что-то здесь как-то слишком быстро убивает. Ничего не успеваешь понять. Вот на этот слот мы с вами сохранимся. И погнали. На самом деле можно было попробовать в эту дверь что-то как-то, но... О, вентиляция. Отлично. Обожаю, блин, вентиляцию. Для этой метущейся души не было пристанища. Ты уверен? Я думаю, что это достойное пристанище на космическом корабле. Вентиляция. Что может быть лучше вентиляции? Так. Где этот труп? Весь окровавленный. 18 мая, 20 декабря. Сегодня опять отключали электричество. Черт, я думал, они починили сеть. Люди выглядят хуже обычного. У одного моего парнишки был припадок. Он трясся и царапал пол, будто от ломки. Я говорил с сестрами, вроде бы они нашли в организме какой-то наркотик. Он клялся, что чист и ничего не принимал. Но трибунал все-таки собирают. Штука в том... Овчи, будь здоров. Штука в том, что я ему верю. В последнее время все ведут себя странно. 6 ноября. Что творится с моим прекрасным кораблем? Эта дрянь растет у малютки по всему хребту, как раковая опухоль. Закидываю письмами Малмина, но он ни на одно не ответил. А ведь читает, я знаю. После каждого письма приходит болван из гидропоники за образцами. На днях припер к стенке его ассистентку и спросил, когда нам выдадут пайки. Она на меня глянула так, будто неделю не спала и говорит: «Скоро. Мы тут все не досыпаем». Пытаюсь радоваться каждому дню, но винтики уже на износ крутятся, если не сорвались. Я уже не за двигателями слежу в основном, а в драки ввязываюсь. Может взять ребят в машинный отсек и спалить к чертям эту дрянь на корпусе. Только вот боюсь, что уже поздно. Хороший мужик был. 20 декабря. Инженеров больше нет. Надежды тоже. Когда удается убрать эту дрянь, не остается ничего. Я уже диктую, сидя под главным терминалом безопасности. А, я это диктую, простите. Не думаю, что меня тут услышат. Остальные, кто выжил, забились между переборками. Но все боялись вылезать, пока не появилось хоть какое-то подобие защиты. Я им растолковал, что мы сдохнем либо с голоду, либо нас съедят. Так что они проголосовали подавляющим большинством, чтобы я пошел и привел помощь. Я вылез через технический туннель и запрограммировал терминал безопасности распознавать всех, кто с чипом, как врагов. Так хоть пушки будут на нашей стороне. Не уверен, что сработает, но я сделал, что смог. Остался один. Черт, я уже привык. Так и не нашел нужную девушку и все такое. Слышал крики, почти уверен, что это Лотис. Они, наверное, все уже мертвы, но наверняка не скажу. Слышал, как эти монстры обдирают с пола и стен панели, будто бумажные обои. Чертов с два, они меня под полом найдут. А вы знали, что Гай Фокс... Что Гай Фокс спрыгнул с эшафота с петлей на шее. Они его хотели придушить слегка, а потом порвать на куски. А он обдурил палачей. Сломал себе шею, прежде чем его начали пытать. Вот и я так сделаю. У меня тут пистолет, осталась одна пуля, но мне больше и не надо. Так, тема персональные чипы. Доктор Аль Раджкупар.
Весь персонал к тему персональный чип. Дорогие сотрудники, письмо адресовано всем, кто еще получает письма по внутренней сети. Вы уже знаете, что эти существа используют ПЧ, чтобы проходить охраняемые заслоны. Чтобы избежать этого, предлагаю, чтобы каждый из вас по графику явился под охраной к основной хирургической капсуле. Там у вас извлекут ПЧ. Затем мы перепрограммируем протоколы безопасности против носителей чипов. Не открывайте двери, если не услышите пароль. Сегодня это эгида. Ну, поняли, да? Почему у нас стреляли эти пулеметы? Так, почта. От Драйсон, кому инженеры. Тема, что стряслось. Стряслось вот что. Неизвестная субстанция продолжает распространяться. Забила машинные порты с CPOSD по G. Я перекинулся парой слов с инженерами тяги. Эта штука снижает эффективность и скорость двигателей. Короче говоря, корабль серьезно замедляется. Ускоряется только рост этой плесени. Откуда она взялась, пока не знаем, но сужаем круг поиска. Ситуация кризисная. Используйте любые средства, чтобы очистить плесень с неподвижных деталей и ведущих дисков. Только кожух постарайтесь не повредить. Удачи, ребята. Стив Грайсон. Так, окей. Хорошо. Тени от вентилятора. Тени от медленно вращающихся лопастей заставляют вас нервничать. По углам мерещится подозрительное движение. Так, погоди-ка секунду. Я хочу пистолет. А потом уже нажимать кнопки. Слушай, а как получилось, что если он застрелился, он тут, а пистолет здесь? Может, он не успел застрелиться? Незаряженный пистолет. Нет, успел. Что-то он доуспел. Так, здесь все плохо. А, вот, смотри. А, это я. Господи, что я несу вообще? Я думаю, еще кто-то лежит. Такое ощущение, что, может быть, на выстрел сюда что-то прискакало. Слушай, вентиляционный воин, ты должен чувствовать себя здесь нормально. Успокойся. Турель охраны пушки. Турель нацелена в комнату. Ну да, это вторая турель. Так, подожди. Так, почему ты выключаешься? Я хочу попробовать всякое разное. Я не могу с ней никак сейчас взаимодействовать, на удивление. То есть... Видите? Да, никаких... Никаких вариантов. А что если... Взять и пролить сюда воды, чтобы все закоротило. Ну вот, как видите, это было логично. Но не думаю, что это было хорошо. То есть, это может привести к нехорошим последствиям, то, что турели здесь больше нет. Ладно, пойдем. Зачем мне вообще пистолет без патронов? Я что-то как-то даже... Так, ладно, я думаю, что, собственно, пистолет можно использовать чисто как орудие, которым можно бить, там, я не знаю. Ненавижу двери. Сейчас перехватим. Черт, Джон, система безопасности в медотсеке недоступна. Похоже, их перегрузили локально, у меня нет доступа. Что-нибудь придумаю. Так, открывай. То есть эти двери тоже относятся к системе безопасности? Я думал, что в медотсеке какие-нибудь пушки просто там свои. Но, видимо, нет. Да чё, глупо-то, господи, почему бы нет? Вообще, если так посмотреть, то по этому туннелю могли бы туда пробраться, вроде как. То есть, нет? Хорошо. Не работает? Ну ладно. Тогда посмотрим, что с этим можно сделать.
Ничего. Больше тут вроде как ничего нет. Провода. Беспорядочно свисают со стены. Похоже, электрика внезапно прервали. Так, пятна крови. И, в принципе, больше здесь ничего полезного нам вроде как нет. Ну, ладно. Ну да, дверь не открывается. Не знаю, как их открывать тогда. А, о, смотри. Только что наводил, вроде ничего он не хотел делать. Но ей-то уж можно раздолбать дверь, наверное. Хотя, если дверь бронированная, то вполне возможно, что и нет. Чё, Тося? Чё ты пришла? Отдачи. Так, а больше она, походу, стрелять не будет, да? Вау. Ух ты. Пятна крови. Море крови, но нет трупов. Прикольно. Внимание! Данная зона закрыта для всех носителей активного ПЧ. Пожалуйста, обратитесь к куратору за инструкциями. Что за чушь? Все носители... Это все на корабле. Они поменяли настройки безопасности. Не дают никому спуститься. Или подняться. Какого, блин, черта? Слепящие вспышки молнии выхватывают из темноты подтеки крови на окнах. Но это не совсем окна, как вы понимаете. Хотя это могут быть окна, может быть, мы все же... Мы же чуть выше атмосферы Нептуна летаем. Ой, господи. Что это было? Так, ладно, пойдем спокойно. Эрика Боксер, 16 апреля, 19 декабря. Грёбаный сукин сын, поверить не могу, на какой мужик бросит девушку в годовщину их встречи. Встречи, господи. Даника, бедняжка в истерике, пришлось поменяться сменами из-за этого подонка. Спасибо, Сэдди помогла, она отличная подруга. Мы в медучилище вообще не расставались, пока она на биологию не пошла. Сэдди вообще больше по науке спец, чем по уходу за больными. Ну и ладно. А мне больше с людьми работать нравится, чем с растениями. Кстати, хорошо, что коридор в гидропонику сделали. Наши ребята теперь гуляют по оранжереям, чтобы размяться. Кто сказал, что от новых отделов никакой пользы? Я понимаю, что это эгоизм, но, блин, мне и так забот хватает. Я пашу тут как лошадь, и из-за неблагодарных тварей вроде Эрика мне еще и с этим разбираться. Бедная сестерка, самой 30 мозгов, как у 16-летки. Эрик заявил, что должность пилота Азимандии у него все силы отнимает, и на отношении их не остается. А может, это не должность, а новый второй пилот с четвертым размером бюста, а? Знаю я, как оно с пилотами бывает, им вечно одно место чешется. Ладно, хоть сегодня оторвусь. Даника с девчонками зайдут, обещали ящик марсианского. Бюджет увеличили. Не знаю, к добру или к худу. У нас больше оборудования, оставить его некуда. Будь Грумлейк из модульных кораблей, был бы шанс расшириться. Мы с Сэдди тут ни на секунду не присядем. Господи, благослови Сэдди. Если б не она, я бы, наверное, спилась тут. Даника все никак не выкинет из головы своего шлепка. Каждую ночь звонит и рыдает мне в жилетку. Как она без него жить не может. Увижу сукина сына, яйца откручу. Беспокоюсь за Данику, она депрессует, не ест, не спит. Может попросить Инграсси устроить ей свидание? Ей явно надо отвлечься. И про работу. Регенерирующие баки работают отлично. Только спрос на них вырос, а значит, у нас летят реагенты для диссоциации и регенерационная жидкость. Кстати, жидкость — это новая штука из отдела доктора Малана. От старой технически не отличается, но молекулярный состав явно другой. Эффективнее вчетверо, но непредсказуемое совершенно. Я даже попросил у доктора Харли, чтобы он нам старую версию заказал. Он заказывал два раза. Почему нас игнорируют? Везли новую, я так понимаю. 18 сентября. В столовой сегодня была жуткая свара. Все ребята потели и выглядели как сильного передоза. Орали и обзывали друг друга, как ненормальные. Сдается дело в новых поставках. С тех пор, как нам выдали новую регенерационную жидкость, все пошло кувырком. Все, диета, лекарства, образцы, что угодно. Сэдди тоже говорит, кто-то там порылся.
Кто-то прям как-то прям страшно при мысли, что мы несколько месяцев едим испорченную еду. Попрошу знакомого проанализировать пару образцов, а пока лучше буду запираться на ночь. Уже не знаешь, кому верить. Сэдди тоже на меня странно посматривает. Может, стоит сменить замок? Вот это реально жутко. 19 декабря. Мне теперь все равно. Плевать. Мне нужно найти Данику, точка. Она возле ангаров еще с двумя, а мы застряли в медотсеке. У нас тут два ружья. Забрали у Малана и Берта и лазерный скальпель. Чтоб к ангарам добраться, хватит. Сэдди меня отговаривает, придумывает предлоги не ходить. Достало уже. Она что, забыла, где вы? Грумлейк — это теперь гребаные джунгли с людоедами, а Даника в самой чаше. Чаше, господи. Мне плевать, пойдут они со мной или нет. Мне нужна моя сестра. Мне надо знать, как там Даника. Я ее слышала по радио пару дней назад, так что я знаю, она жива, просто прячется. Она всегда лучше меня играла в прятки, ее часами найти не могли. Мама как-то раз уже поисковый отряд собрала, а она сидела в огороде на грядке, где папа свеклу сажает. Она прячется, я точно знаю. Сэдди становится проблемой. Если она со мной не хочет идти, придется ее силой заставить. Так, электронная почта от мисс Грейв, кому боксер. Тема «Отчет по обогащенной пище». Здравствуйте, Эрика. Сначала у меня была иллюзия, что ваш запрос – это просто паранойя, но результаты ваших образцов… анализы ваших образцов… Честно говоря, результаты меня пугают. В целом, я согласен с вашей гипотезой о случайно испорченных образцах. Но боюсь, тут дело серьезнее, чем простая небрежность. Видите ли, если испорчены подобные образцы, то речь идет не об отдельных случаях, а обо всей партии. Например, грибок распространяется по всем продуктам. Но ваши образцы потрясающим образом различаются. Часть, видимо, растили именно ради качеств, которые они демонстрируют. Вы знали, что образец брассика был обогащен генетически измененной формой PSP или RSR? Я проверил, скормил часть лабораторной крысе. Бедняжка впала в ярость, забилась в судорогах и сдохла. Это DV85, препарат, который во время евгенических войн использовали, чтобы усиливать способности так называемых удаленных наблюдателей. Это не результат случайной реакции, это работа профессионала. Сильнее всего меня тревожит различие между образцами. Складывается впечатление, что препараты намеренно распространялись среди персонала и пациентов. Не знаю, какой безумец пошел бы на такое, тем более на космическом корабле дальнего полета. Но я отправил образцы в министерство для дальнейшего расследования. От себя лично добавлю, берегите себя, Эрика. Вы были моей лучшей ученицей, и я польщен, что вы решились мне довериться. Прошу прощения, что ответ занял столько времени. Будьте осторожны. С уважением и симпатией, Люк, профессор мисс Грейв. Ну вот, собственно, все понятно с ними. Накормили их каким-то дерьмом, и оно понеслось здесь, да? Ряды сидений пустуют. Так, лифт. Хоть бы не видеть больше ни одного помещения с круглыми стенами. Атмосфера Нептуна втягивает в себя корабль, и молнии будто указывают ему дорогу. Что такое, Джонни? Похоже, я нашел команду. Тоже все в крови, как парень внизу? Можно и так сказать. Я не уверен, сколько тут людей. Это как с картины о евгенических войнах. Попробуй пробраться дальше. Еще несколько уровней. Постепенно. Погоди секунду, так это получается... Слушай. Так на подоконниках тут тела, фрагменты тела раскиданы. Весь пол в кровище. Я что-то сразу не заметил. Смотри. Да пипец. Кровь и ткани. В сочащейся красной жиже видны фрагменты костей и тканей. А это надо трогать, да? Может, не надо? Давай еще почитаем. Я люблю читать в этой игре. Это самое главное, что у меня есть. Сэдди. 18 сентября, 24 декабря. Я думала, вот назначит меня новым главным техником в медотсеке и сразу все исправится. Ага, это было как льву в глотку залезть. Режим изоляции пару месяцев назад — это были цветочки. Тут начались перебои с поставками, а вчера еще и системы с ума сошли. Эрика, понятное дело, кинулась звонить своей драгоценной сестричке, проверять, как она. Я вообще-то не понимаю, просто хотелось бы, чтобы она и с моими делами хоть чуточку интересовалась. А, вообще-то понимаю, в смысле.
А вчера, когда вырубили свет, меня заперло на складе на 2 часа. Но главное, что Даника в порядке. А я, причем тут я? Мне просто пришлось просидеть пару часиков на складе с красительными культурами и человеческими конечностями. Я, кстати, их рассмотрел, это же моя работа, уж с растениями точно. Ну и надо же как-то отвлечься. Неплохие образцы. Кроме 99D, E и F. Понять не могу, как таких мутантов пропускают в оранжереи. Кстати, образцы недавние. Господи, какой дебил их отправил на склад. У Кейн гидропоник строжайшие карантинные правила по всей гарантии. За такое можно и с работы вылететь. Это, видимо, тот новый отдел внизу. Они там собрали идиотов всех мастей. Я вообще-то люблю бывать в оранжереях, но с новым урожаем что-то неладное происходит. Эрика говорит, я себе навоображала всякого, но мне пришлось всю партию капусты отправить в печь за симптомом голландской болезни вязов. Это как вообще? И как мне доложить доктору Малону и совету директоров, что у нас на складе культуры мутанты, а отличный урожай капусты страдает реликтовым заболеванием? 20 декабря. Эрика спятила. Я теперь так боюсь, что сама скоро спячу. Она потащила нас в этот безумный поход искать Данику. Я пыталась ей сказать, что вчера утром видела тварь с лицом Даники. До сих пор... Япона, мать. До сих пор тошнит. Похоже на спущенный шарик. Удрала по стене. Инграсия, кажется, ее пристрелил, но точно не знаю. Он психиатр, в конце концов, а не солдат. С другой стороны, а много всего у нас солдат-то. Много... Господи, я так плохо читаю, что даже плохо. Эрика, видимо, принимает нас за корпус морпехов, размахивает винтовкой, корчит зверские рожи, грозит убить всех, кто с ней не согласен. Я ей говорю, Эрика, ты же медсестра, господи, я ее перестаю узнавать. Что случилось с девчонкой из Стокли, штат Миссисипи? Я уж не знаю, кто такая Эрика Бокслер. 24 декабря. Сегодня утром Эрика погибла. Моей подруги больше нет. Одно из этих жутких созданий вырвало ей позвоночник прямо у меня на глазах. Я чувствую, я одна из последних выживших. Сегодня проверил лабораторию гидропоники. Руины. Я могла бы им сказать, да кто угодно мог бы, что выращивать новый грибок, чтобы убить старый, это путь к катастрофе. Им все нипочем. Я пыталась чистить их лазерным скальпелем, что мне дала Эрика, бесполезно. Полный ноль. То, что эта дрянь не убивает, делает ее сильнее. Позже надо вернуться за останками Эрики. Она умерла сумасшедшей, но она была моей подругой, и я ее люблю. Ой, пипец. Заметки и отчеты. Тема персональные чипы. От доктора Ральч Купара. Весь персонал. Так, ну это то же самое, да? Угу. Так, назад. Электронная почта. От Каллистер, кому доктор Малан. Тема аномалии на складе. Уважаемый доктор Малан, пожалуйста, простите, что пишу вам напрямую, но речь идет о секретной информации. Тревога, красный код. Я изучила образцы помимо 99DEF и выяснил, что большая часть запасов на складе злонамеренно испорчена. Если признаки того, что саботаж начался довольно давно... Есть, наверное, признаки. Часть материалов просто испорчена, но большое количество, похоже, было нелегально модифицировано. Я не уверена, что наши новые поставщики... А кто наши новые поставщики? Однако продукты не соответствуют прилагаемой химической декларации. Я понимаю, что это забота скорее дела поставок, чем гидропоники, но проект 7 основан на наших успехах с выращиванием сверхпитательных культур в необычных условиях. Текущий результат химикалий делает возможности саботажа практически безграничными. Я бы рекомендовала совместное расследование медицинского... отдела и отдела поставок и полный анализ полученного груза. Подозреваю, что проблема длится уже несколько месяцев, хотя доказательств у меня нет. Пожалуйста, санкционируйте немедленное прекращение использования текущих запасов и очищение ирригационной системы, пока проблема не прекратится. С уважением, Сэдди. Так, второе письмо от Боксер, кому Сэдди. Понятно. Сэдди, родная, я тебя люблю, но ты что, совсем рехнулась? У этих образцов ограниченный доступ. А что, если доктор Малан выяснит, что ты их выносила со складов? Ты же не только работу потеряешь. Я сделаю, что скажешь, но только потому, что раньше ты ни разу не ошибалась. Молюсь, чтобы в этот раз ты все-таки ошиблась. Целую, Эрика. Не ошибалась. Сэдди была, похоже, самой умной среди этих. Ой, ну что, потрогаем? Плохо, по-моему, это плохо. О, ты чё, часть тела? это, по-моему, уже совсем ребор. Так, ладно, здесь у нас обрывки кабеля, пистолет. А что если попробовать? It doesn't work like that. Да я не знаю, зачем я это даже делаю.
Так, пойдем сюда, либо пойдем сюда. Сюда мы, похоже, не пойдем. Нет, пойдем, смотри-ка. О, господи, опять все в кровище. Да здесь просто пипец. Нахер, я не хочу в той комнате находиться. Япона, мать, я лучше туда пойду, твою мать, сколько кровища. Так, ладно, давайте на этом заканчивать, наверное, на сегодня. Серия получилась довольно-таки большой. Следующий будем разбираться с медотсеком, потому что здесь, я так смотрю, все совсем плохо. Игра не перестает быть отвратительной, я бы даже сказал больше. Она с каждым разом все более и более отвратительной становится. Но между тем мы с вами вроде как справились. Ладно, увидимся в следующей серии. Не забывайте писать комментарии по поводу того, что вы думаете по сюжету и своей теории насчет того, что же стало бы здесь происходит. Ну, за спойлеры, понятное дело, буду наказывать. А в остальном увидимся. Надеюсь, вам понравилась эта игра так, как она нравится мне. То есть, очень даже. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока.